Все это, мягко говоря, не соответствует To put it mildly, this is not true. But the biggest problem with our military and political situation is that we are in total geopolitical isolation. Nevertheless, the situation cannot be considered normal when against us is a coalition of 42 countries, and when our resources, military, political, and military technical, are limited. This situation is not normal. In one way or another, we must resolve this. На любое дело все-таки надо смотреть в целом с общестратегических позиций и желательно с учетом ближайшей исторической перспективы. Но для начала должен сказать, что не надо пить информационные успокоительные, а то иногда распространяется информация о том, о каком-то морально-психологическом надломе в вооруженных силах Украины, что якобы там чуть ли не близится настроение к какому-то перелому и так далее. Все это, мягко говоря, не соответствует действительно. Конечно, есть отдельные частности, пленные, подразделения некоторые, но это частности. А смотреть, как мы только что говорили, надо всегда на дело в целом. А в целом дело обстоит так, что... Но это частности, которые определяют то, что происходит в целом. И если уже несколько частей объявили об отсутствии финансирование, оружие, это тоже имеет значение, тоже нельзя оставлять за скобками. Безусловно, но ситуация с общестратегических позиций состоит в том, что вооруженные силы Украины могут поставить под ружье 1 миллион человек. И они об этом сами говорят, что для нас никакой сложности в том, что мобилизовать 1 миллион человек, нет. Весь вопрос состоит в том, насколько они смогут обеспечить эту армию современным вооружением, военной и специальной техникой. Собственными силами они, конечно, ничего бы не сделали, но учитывая, что вот-вот заработает ленд-лиз, а сопротивление одного единственного сенатора все-таки будет достаточно быстро преодолено, и учитывая то, что в полном объеме заработает европейская помощь, так что вот 1 миллион вооруженных украинских солдат, вот это надо воспринимать как реальность ближайшего времени. И это нам надо учитывать в своих оперативно-стратегических расчетах, что ситуация в этом плане для нас будет откровенно ухудшаться. Теперь, что касается разговоров о вступлении в Североатлантический альянс. Профессиональная армия — это сколько человек? Украинская, да, по-прежнему. Профессиональная. Те, кого мобилизует, тоже так себе контингент. Дело в том, что уровень профессионализма любой армии определяется не комплектованием ее по контракту, а уровнем выучки личного состава. Выучки личного состава и его морального настроя, готовности проливать кровь за свою родину. Вот этим определяется уровень профессионализма. И призывная армия может быть высокопрофессиональной. Уровень, способ комплектования никогда не определяет уровень профессионализма армии. У нас, кстати, вот эта догма очень прочно засела в головах некоторых наших политологов, что если человек взят по контракту, то это профессионал. Отнюдь. Отнюдь. А желание защищать свою родину, в том понимании, как оно существует на Украине, оно там реально существует, сражаться они намерены до последнего. Мы профессионализмом с вами называем желание умереть. Я бы так это не формулировал и все-таки... Желание умереть за страну является профессионализмом? Профессионализмом это не является, но это является составной частью высокой боеспособности армии, одной из важнейших. Как говорили классики марксизма-ленинизма, а они в этом плане были не дураки, что в конечном счете победа на поле боя определяется высоким моральным состоянием личного состава, который проливает кровь за те идеи, за которые он готов сражаться. Не дать не взять. Классики в этом плане были исключительно правы. Но возвращаясь все-таки к НАТО, к Североатлантическому альянсу, что тут следует сказать? Опять-таки, самое главное в нашем деле — это всегда оставаться на позициях военно-политического реализма. Если ты выходишь за эти рамки, то действительность истории тебя рано или поздно так набьет по носу, что мало не покажется. Что тут все-таки самое главное в этом плане? Не размахивай, опять-таки, смотрим на дело в целом с общестратегических позиций. Не размахивай тут какими-то ракетами, елки, в сторону там Финляндии. Это вообще смотрится достаточно забавно. А все-таки самое главное наше недостаток нашего военно-политического положения в том, как-то, что мы в полном геополитическом одиночестве. И практически против нас, как бы нам это не хотелось признавать, весь мир. И вот из этой ситуации надо выходить. В этом состоит задача военно-политического... Кем вы предлагаете подружиться и какой ценой? Почему вы китайцев не считаете представителями цивилизованного мира?
Почему представители Индии вам кажутся менее симпатичными, чем британцы? Я вопрос пока ставлю в целом, с общеполитической. Я тоже в целом. Те, кто за нас или сохраняют нейтралитет, их больше. Ну, если их по головам посчитать. Чем представителей агрессивного, разумеется, максимально недружественного нам Запада. Но согласитесь, что ситуация-то не является нормальной. А что касается Индии и Китая, о которых вы говорили, то их поддержка нашей страны, ну, не является прямо уж такой безусловной. И опять-таки... Но мы же понимаем, что нам не оставили выхода. Еще раз задаю вам вопрос. Есть варианты подружиться с Лондоном? Есть, может быть, желание? После всего сделанного, сказанного и предпринятого? Нет. Но тем не менее, ситуацию вот эту нельзя признать нормальной, складывающей. Когда против нас практически, ну, 40 коалиций из 42 стран, а наши возможности и в военно-политическом, и в военно-техническом плане, ну, все-таки ограничены. Это такую ситуацию, ну, нельзя признать нормальной. И из нее в любом случае нам надо выходить. То, что сейчас происходит нормально, мало кто считает и называет, но еще раз говорю, это вынужденная мера. На кону наше существование, сдаться не представляется возможным. Найти общий язык с теми, кто выступает за наше исчезновение, не представляется возможным. Придется идти до конца, и здесь уже кто сдюжит, я исхожу из того, что это будет наша великая страна. Давайте. Это все усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности. Что касается расширения, в том числе за счет новых членов Альянса, Финляндия, Швеция, у России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле непосредственной угрозы для нас расширение за счет этих стран для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Thank you.